Дважды серебряный призер чемпионата России по волейболу, победитель всероссийских игр в Анапе. Все это – результат изнурительных ежедневных тренировок и огромная работа над собой. Это описание подходит для обычного спортсмена. Но спорту все возрасты покорны. Леониду 62 года, он кандидат в мастера спорта. Но любимый пляжный волейбол не бросает. Регулярно участвует в соревнованиях среди ветеранов. Выбрал я где-то вот 20 лет назад пляжный волейбол и активно занимаюсь. Но тренировки практически каждый день до изнеможения. Поэтому и результат такой. Всегда хотел, ну, здесь больше индивидуальный вид спорта, хотя команда 2 человека, но практически все зависит от тебя и от твоего напарника вдвоем. Как вы сыграете, таков будет результат. Любовь к спорту у Леонида началась еще с детства. Сначала школьные секции, затем учеба в техникуме физической культуры. Сейчас может похвалиться достижениями в плавании, легкой атлетике, многоборье и, конечно, в пляжном волейболе. Отмечает, что немаловажна поддержка семьи. У волейболиста настоящая спортивная семья. Ходим вместе в бассейн, на пробежки, на лыжи, на горные лыжи. Занимаемся всем практически, все свободное время. Занимаемся спортом. Совсем недавно Леонид приехал в соревнования, которые проходили в Анапе. На чемпионат России по волейболу среди ветеранов приехали более 100 команд из 20 регионов страны. В своей категории команда Леонида заняла долгожданное первое место. Сложно было, тяжело было идти туда. Серьезные команды приехали в этом году. Ну и так получилось, звезды сошлись, как говорится. И получилось выиграть. Это было такое желание и цель, можно сказать, на последних нескольких лет. Эйфория и радость победы. Вот что чувствовал Леонид, стоя на пьедестале. И по приезду решил поставить перед собой более серьезные цели. Хотелось бы попасть на Олимпийские игры среди ветеранов в Японию, которые будут проводиться в следующем году. А пока Леонид со своим напарником готовится к следующим соревнованиям, которые пройдут в декабре текущего года в Москве. Кстати, даже несмотря на то, что уже глубокая осень, Леонид все еще тренируется здесь, на пляже. Признается, что непогода ему не мешает, им движет желание побеждать. Екатерина Пенько, Александр Власов, события Брянск.